Ой, как пахнет кожей. Yes or no, Italy. Давай мне вот эту мерить буду. Какой? Вот эту давай, померяю. Я решил попросить мою сигаретку. И опять закурить. Парло итальяно? Парло итальяно, черто. Come stai? Bene. Anch'io bene. Io sarto. А, сардо della Sardegna? No, sarto, sarto. А, сарто, который шьет, ho capito. No, perché sarto Sardegna, pensava, no, sai, no, la no, isola. No, Sardegna, Izmir. Izmir. Ho capito, sarto, sì, 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 ora ti dico, anche sarto italiano si dice. Sì, sì, italiano sarto. Sì, no, sì, sì, sì. Come ti chiama? Io mi chiamo Mari. Maria. Marina. Marina, parli, извините. Та, нічого страшного. Кирилл, вот поснимай меня в историю в Инстаграм. Вот это два размера есть. Хорошо, давай, закрывай. Надо свободно, давай, Марина. Снимай. Надо свободно. Ну да, вдруг надо я... Надо тесно. Вдруг я поправлюсь. Тесно, да, тесно. Там тесно, извините, посмотрим, братник. Боже, какая красота, how much? И братник, и капюшон, это извините. Супер. Извините. Давайте, извиняюсь. Капюшон. Там я кнопка щит одна. Как заказ тебе, извините. Да, подождите. Подожди. Сервис гратис. А? Специально. Скажи, какая Барби? Для тебя просто. Я вообще в шоке. Частная Барби. Очень супер. Частная Барби. Красиво очень. Слушай, супер, Кирюха, я тебе говорю, я хочу в Сибирь, где холодно. Скажи. Для Украины, России, Беларуси. Супер, how much? Доллары, евро, какой лиры? Доллары, давай в долларах девочкам скажем. Ты же мы переведишь, что мы блогеры, что мы сейчас цену скажем. Да? Слушай, я уже сама ее хочу. Обалдеть. Супер. Девчонки, смотрите, она на меху. Да, по сумке. Турские деньги. Да, я в турецких деньгах, давай евро. 896. Это если не торговаться. А если бы мы брали, он бы отдал бы дешевле. Извините, натуральное. Он говорит, что это натуральное. 100%. 100% натуральное, да. Супер, супер. Подожди, Кирюша, я выключила камеру, девочки. Но это было вот так. У Кирилла можете посмотреть. Ты снимал на YouTube? Тебя зовут Кирилл? Меня зовут Кирилл. Кирилл, ты же снимал у себя на YouTube, когда я была в этом? Потому что я стерла, там нету этого. Посмотрите у него, когда мужчина мне одевал это эту. Да не классно, давай снимай. Сервис. Нет, это нет, это очень... Давай вот ручку. Подожди, извините. Короче, там классный диалог с Кириллом. Можете посмотреть у него. У меня очень интересная ассоциация. Кирилл, давай меня в Инстаграм тоже в этом. Конечно, давай, работай. О, ну вот это да, это уже Барби, это да. Давай Барби, вот это. Барби. Мне звонят. Барби. Натуральная Барби. Оригинальная Барби. Да? Красиво. Сейчас, подожди, мы снимем. Барби. А у тебя есть Инстаграм? Есть. Так, давай мы сейчас таргнем тебя. А ты нам что-то подаришь за то, что мы тебя таргнем? В Инстаграм меня, Кирилл. Ты ж меня там помечай. И спроси сразу, переводи девчонкам, сколько стоит. Так, а вот... Третья модель. Модель. Ой, только не надо ассоциации ладно, свои. Красиво. Почти как норка ваша. Очень классно смотрится. Давай вот это. Подожди, how much вот это? Нет, how much for Instagram, YouTube. А, Instagram. This is $420. Сколько? $420. $420. Questa per te, for pubblicità, реклама. Grazie. Давай вот это вот. И потом Кена будем одевать. Какой? Вот этот. Такой мы не вот мерили. Это мерили? Нет. Вот этот нет мерили. Вот этот давай. И потом Кену будем, Кена будем одевать. Амистенто. А, это они это угвали. Само, другой а, не надо, не надо. Не надо. Давай тогда на Кена, давай тогда. Давай тогда Кена. Потому вот что, ну давай, можно еще вот это, пока Кен готовится, ну, давай это, короткую вот эту. Вот это немерено. Не, ну куда, ну что это курица как это? Вот, вот, короткая, нет, да, самая последняя, самая первая. Вот да, давай. Что ты меня какой-то в перья, что это такое? Вот это пилот, дубленка, пилот. О, давай пилота дубленка, сейчас. Пилота. Ты сразу говори цену, потому что люди и смотрят, и понял? И это, не накручивай цену, потому что потом скажут, что ты хапуга. Дай, зеркало. Зеркало, так. О, видишь? Застегивай, ну, да. Это хорошо, хорошо.
В Инстаграм? Пилотесса. Видите, он еще не привык. Он не привык двумя руками работать. Это провокация. Ну а как ты, у тебя ассоциации? Вот сейчас только не надо. Я уже очки одеваю, я боюсь его ассоциации. Вот. Так, вот девочки, еще одна модель. Угу. Сколько? How much? 380. 300. Боже, как ты хорошо разговариваешь на русском, бляха-муха. У тебя жена русская, что ли? Нет. А где ты так? Я разумею, по-польски лепше. А, ну очень. Как вас зовут? Мустафа. Мустафа. Угу. Марина. Рада знать. Сейчас, сейчас будем одевать Кена. Готовь Кену что-то. Работать надо быстро. Кен. Соображать. Кен, он Кен. Красиво. Все, девочки, сейчас будем на Кирилла мерить. Так, что-то это вот мой телефон. Все, я снимаю. Так. Комментируй, пожалуйста. О, это на анаконда. Посмотрите, шикарно. Зовут Мустафа, мужчину. Там. Хорошо разговаривает на русском, даже спряжение. Угу. Да, футболку заправь, чтобы видно было. Так, пройдись красивой походкой. Понаглее, понаглее немножко. Как на папу сейчас похож вообще. Да, на папу Сережу похож. Супер. Давай еще одну. Это? Давай, сколько это... С черного дракона снова. Сколько стоит? Подожди, скажи всем. Бумо? 320. 320. Ну, опять же, девчонки, 320, учитывая, что он сейчас накручивает. $320. Сюда можно подорваться. Так, подожди. Я тебя снимаю сейчас на твой Инстаграм. Так, запись пошла. Кирилл пошел, Кен пошел. Заправь только майку, потому что ее видно. И вот это вот они, он тебе дает однотипный. Надо что-то такое, чтобы... Пройдись туда. Рокерский. Вот это. Рокер. Это байкер, да. Байкер, рокерский. Ну, она, конечно, большая байкер, на него. Байкер. Ну, конечно, огромная, да, но неплохо. Найди что-нибудь сам себе такое, чтобы оно... Вот какое-то синее что-то висит. Мужское, это по-моему, или нет? Кен. Да. Кен. Одинаковое. Нет, разное. Дай ему другого цвета что-то. С бахромой что-то. Вот это разная модель. Модель разная, цвета одинаковые, не видно. Разный цвет надо, извините. Не, можно и так, конечно. Так вы нам хоть чая налейте, Мустафа. А? Давай нам хоть чая налей. Чай, давай. А что, мы же теперь будем к тебе ходить? Чай. Только с сахаром. А? Смотри, а вот это не мужской разлив? Вот это вот висит, спроси у него, синее, не мужское? Ой, посмотрите, какая коричневая шикарная. Мне даже это коричневая, мне больше нравится, чем черная. Это лучше, чем все предыдущие, на самом деле. Мне в нем очень комфортно, я себя чувствую. Сколько она? Сколько стоит? Вот это $180. Класс, 180, вообще. Кстати, дешевле, чем остальные. На, а заправь футболку, не просматривается куртка. По мне. Мне цвет очень нравится. Она по фасону и... Натуральная дубленка. Дубленка 380. Ну, для наших стран... Вполне прям очень даже хорошо. Тепло, уютно, прям жарко стало аж. Нет, вот эту куртку, которую ты мерил, если бы с мамой прийти и померить рыжую куртку. Смотрите, какой тут прям нашивочка, смотрите, какая шикарная. Не просто так. Угу. А? Свою камеру покажи. Мою камеру вот покажу. Поглядите. Не знаю, кому сколько видно, но выглядит хорошо. Ну, мне понравилась рыжая, но если с мамой прийти. Да. Нет, хорошо, хорошо. Вот это Донна или это мужчина? Так, ребята, на данный момент я... Вот это синяя. Свой показ, нам принесли чаечек, попьем чайка. Вот это? Да, вот это Светлана размер, очень большой. Это Донна? Мужской. Мужской, большой размер, она, видишь, очень классная. Очень Светлана размер. 150-180. Ну, покажи в этот... Да, супер. И сколько такая? Сколько? Вот это $500. 500. Потрогай, какая. Это нечто. Конечно, заказ, это... Вот это, заказ. Это, ну, это, знаешь, это очень модно, это классно. Для Кена это вообще супер было, на заказ. Мустафа, садись, будем разговаривать дела. Мустафа принес еще одну курточку, очень красивую. Смотрите, это прям... Она, наверное, на меня узковата. Нет, не узковата. Ой, супер вообще. Кирюша, сними в Инстаграм. Смотри, какая красота. Посмотрим. Вот это два замок есть? Два раза. Ага. Слободно, тесно. Угу. Он говорит там да, для пол. Да. Ну, чуть по, если на свитер одна. Супер, сколько она? Ой, супер, сколько она? 249. Это обалдеть. Кирилл, посмотри на меня. Да. Она прям для меня лежала.
Ты меня в инстаграмчик, да? Тебе очень нравится. Девочки, тебе. Сколько я еще? Я дам тебе сейчас тебе вот это. Так я говорю, подари мне, а ты что, не хочешь? Подари мне. Подари мне. Подари мне. Супер, скажи, вот она для меня висит. А сколько ты говорил, Мустафа? 249 евро, я дам. Девочки, смотрите, здесь двойная куртка. А, ты уже выключил. Здесь можно это. Супер. Слушай, она прям вообще. Смотри, короче, делаем сборщики. Класс. Я потом приду. Классно, очень классно. Мне жалко, то он сейчас мне даст, а я не куплю. Ой, девочки, понравилась мне курточка розовая. Не розовая, она такая вот по цвету вот этих очков. Был комментарий. Говорит, Марина, где купила? Девчонки, бляха-муха. Я написала, что купила на сайте, но я не на сайте, я не в интернете брала. Не могу вспомнить, где брала. Мустафа, они все Мустафы. Девочки, не могу вспомнить. Ну, в Италии, понятное дело, брала, но не помню, куда ты сказал на выход. Идем. Приятный мужчина, хороший у него ассортимент. Мне понравилось все. Все, что он давал. А на Кене мне понравилась рыжая. И сам по себе очень классный цвет. А все черные. О, как жарко здесь. Ого, как засмотрелся. Потому что девочки животы втянули, лопатки соединили. Кирилл с мамой разговаривает, телефон 310 лир, 28 мегабайт. Кирилл говорит, так как ты снимаешь, тебе хватит на 2 недели. У них интернет очень дорогой, вообще непонятный. И вообще плохой интернет. У Юли, не знаю, она говорит, у нее самый сильный стоит, но может тоже все на нем висят. В Италии у меня 30 евро. Wi-Fi. В общем, что, мне сегодня на ресницы, я хочу сделать ресницы, не делаю их уже год, у меня запись через час, мы сейчас где-то сидим и поедим, хотя я наелась грудинки с Украины привезли. Ну ладно, поедим, и я поеду на ресницы, и хочу сделать со стразиками. Говорю, Юля, это не сильно будет, говорю. Она говорит, ну ты же блогер, ты же артист, почему? Это же твоя работа. Я говорю, ну в принципе, да. Вот, хочу сделать реснички, попробовать у девочек. А 24-го сказали прийти на консультацию, на лицо посмотреть, что там. Это уже не та Наташа, которая я первая мне делала ботокс, а вот там Таня, вот это в салоне, где я делала ногти. Ну, вот. Они уже посмотрели, что там можно подколоть или что там, не знаю, навесные веки откуда взялись. Так, короче, Кирюша ведет, куда не знаю. Я сегодня довольна, с Кириллом ходить одно удовольствие. Сейчас я буду его напрягать, чтобы с ним везде лазить. Шикарно просто. Вообще, Кирилл, огромное спасибо. В твоей компании, знаешь, у тебя энергия очень хорошая, легкая. Вот я с тобой что я хочу сказать? Я хочу чувствовать себя хорошо. Самой собой. Да. Правильно я говорю? Да. Я чувствую себя самой собой. То есть мне моя... Я чувствую, что у меня все получится. И у меня будут приходить люди на мой канал. У тебя энергия пошла. Да, у меня пошла энергия, у меня пошла радость. И чувствую, что я занимаюсь еще чем-то важным, кроме того, как я работаю и делаю массажи и вообще, в принципе, пытаюсь что-то делать в этой жизни. Мне просто стало еще интереснее. Вот. Надеюсь, моей энергии, не то, что надеюсь, я уверен, что моей энергии хватило. Молодец, надолго. Правильно. У меня аж мурашки и пошли, девки, смотрите. Было все отлично, шикарно. Я думаю, может, через несколько годков я еще и Марину обгоню. Сто пудов! Не, ну это, конечно, слушайте, он, конечно... Он меня нашел в фильме «Барби» какой-то. Не, чтобы сказать, Марина, как Барби на тебя похожа. Нашел там какую-то Барби. Сейчас курточки меряю из Доломитов. А я помню, из Доломитов это страшная идиотка белобрысая. Он меня постоянно с ним ассоциирует. Я тебя до этого ассоциировал с Барби, говорил, какая ты красивая. Ага. А когда ты одела эту куртку, я сразу вспомнил ассоциацию. Ну, спасибо. А сейчас он только... А сейчас сразу я еще Марину перебью. Не, ну мне нравится твоя наглость, правильно? Да. Не, ну это хорошо у тебя все. Это уверенность в себе. А сейчас Кирюха еще... подстрижется. Помните, когда он подстригся, вы все писали комментарии, что ему очень идет. И он хочет поменять имидж, поэтому он поведет вас в барбершоп или где ты там стрижешься? Я стрижусь у своего парикмахера. Познакомишь с ним? Конечно, познакомлюсь. На его канале, девочки. Это личный парикмахер. А вот мы и пришли в шикарную столовую. О. Ну, как по мне шикарная столовая. Мне очень нравится. Посмотри, вот она называется. Это...
Нияз Бей его зовут. Это цены, да? Да, это цены. Посмотрите. Это цены? Это шикарно на самом деле. Цены, это чорба стоит 30 лир всего лишь. Это чорба это сыр? Чорба это суп. Суп. Турецкий суп, да. Шикарные цены вообще, прям очень вкусно. И видите, попытаются пошли, тут все. Пошли. Я люблю такое. Пришел, ткнул и съел. О, я картошку. Я хочу картошку. Ой, шикардос. Я такое люблю. Глазки, слюнки. А что это такое, Кирилл? Сейчас спросим. Буде? Это первый раз здесь, поэтому... Или пусть он вот это мясо сверху положит с подливой. А рагу я следующий, да, на картошку, да. Или пусть как хочет отдельно, да. Мясо с подливой, да? Да, вот это попробую. Спасибо большое, Кирилл, ты очень... Сюда, пожалуйста. Аз пиляв, да? А видишь, он тоже, видишь, подливочка, опа. Еще надо, будет это. Это надо. Все хорошо, хватит. Грация. А салат есть? А почему это сверху стоит, а это снизу? Я арбуз. Подожди, а нам денег хватит? У меня там сколько осталось? Сейчас телефон заправила. Вот барон тоже такой девчонки покупает. Покупал мне сюда. Но и пить. Я, наверное, кока, а ты что? Давай по коке. Боже, девочки, сколько здесь сладостей. Это вообще как у глаза просто разбило. Мы с Кириллом... А что мы с тобой сделали? Позавтракали, поужинали или пообедали? Или перекусили? Если считать, что это прием пищи, первый прием пищи, то позавтракали. Но если по времени, то, скорее всего, уже пообедали. По полудню сюда можно. По полудню, да. Я это самое, сегодня несколько кусочков по черевке съела. Вот, 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 постоя! Ой, машину здесь, вот на вот этом вот перекрестке машину словить очень тяжело. Они идут уже все полные. Стоим и ждем. А? Стоим и ждем. А мы вчера с матерью вот там. А не, мы пешком с ней шли, потому что не было все равно. Вас Кирилл уже потом сориентирует на своем канале по ценам. Видите, как они ездят? Они друг друга пибикают. Этот идет с коляской, посмотрите. Та идет с велосипедом. Короче, кто куда? Вот тот бежит, смотрите, это тоже бежит. Мы стоим. Ой, смешались и люди, и кони. И главное, аварий нету, да, или есть? Ну, бывают периодически, но не так часто. Они все шумахеры, да, с рождения? Они все уникальные водители. Кирилл, как мужчина, вопрос к тебе. Вот сейчас мне сделают ресницы. Я уже, кстати, наверное, даже больше, чем год не делаю. Если я сделаю в стразах, это не будет перебор, что я престарелая Барби? Вообще ресницы в стразах выглядят немного вычурно. Но каждому свое. Кому как нравится. Ты артист. Мне мама тоже так сказала. Поэтому, в принципе... Надо провоцировать людей надо, на улице. Конечно, надо провоцировать всех и вся. Мне нравится настрой этого парня, конечно. Он прям меня вдохновляет с сегодняшнего дня. Да, я бы еще шикарно вдохновился, если бы мы сейчас поймали. Ну, надо идти как-то или махать руками, что-то делать надо. Здесь Фатик, кстати, работает, который ковры продает оптом. Свободны, да? Кирилл джентльмен, всегда открывает двери. Вон и сэр. Ну что, девочки, мальчики, мужчины, меня Кирюша проводил, ну, довез. Вот. На мои деньги, потому что сейчас начнете там писать. Я на ресничке. Посмотрим, какая я буду Барби у вас. Со стразами. Ну, я сделала со стразами, мне пофиг. Я хочу самовыражение. Я их сделала сама. Шикарно. Я же вам говорю, что я Барби. Тут немножко уже блесточки у меня отпали. Я тоже такие хочу. Вот. А вот это все сделала я. Я их купила за $20 здесь. И потом сама все вот это... Видите, как красиво. Я самой выражаюсь.
Мне сегодня Лорочка будет делать реснички. Красивая, очень красивая. Ты вообще бомба. Ой, а вот эта Барби какая у вас. У нас сегодня все Барби. Ну, это меня вообще переплюнуло. Девушка, как вас зовут, извиняюсь? Турчанка. А, турчанка. А мы с ней десорим. Белиссима. А ты Барби прямо вообще. Мы будем Барби партию делать. А это тоже Барби лежит. Вообще все Барби, прям вообще общество Барби. Очень красиво. Слушай, она с бантом. Тогда мне дело ресницы вообще со стразами. Две. Что, она... Значит, две стразы. А что, можно не... Можно две. Одну маленькую, одну побольше. А я думала, они будут все в стразах. Все, я сейчас все организую. Ты посмотри, все бант привязал. Какая наглость. У меня, кстати, тоже стразы, видишь? Я извиняюсь. Ташки остырю. А, так мало их. Я думала, их там много. Все хочешь? Ну, я не знаю, да. So much, да? Ну, может быть, so much, да, хотя бы с трех штучек начнем, три. А я просто думала, я же никогда не делала со стразами, я думала, что они на самих ресничках вот так, знаешь, как я привезла искусственные ресницы, нет, они уже... Нет, они так сверху будут. Хорошо. Будет большая розовая, светло-розовая средняя и беленькая. Или голубенькая. Или, я думаю, голубенькая будет ни к чему, лучше беленькая такая, да? Переливающаяся, да. Слушай, ну какая наглость. Посмотри, наглее меня, с бантом пришла. Да. Все, я иду, короче, это мицеллярка, все, да. Хорошо. Девочки, что это за наглость такая? Что, я думала, что ресницы в стразах. Я думала, что они все, знаете, я привезла искусственные, я вам потом покажу. И они прям все в стразах. Я думала, что они будут все в стразах. А это оказывается просто сверху для эффекта. В любом случае, она сказала, хочет, как у меня туфли все. Мне говорят, топик подарила. Пинцелярочка. Вот такая. Мы сейчас все умоемся. Пинцелярочка. На улице жарко, а ты будешь сейчас там лежать, потеть. Угу. Жарко как. Это я уходила из дома, я чистая была. Лицо было чистое. Ты на ком не можешь, какой-то ногу здесь слышу. А это самое. А вот это вот такой розовый нету, да? Розовый такой найти большой. Сейчас попробуем. Может быть, сколько они держатся, Лариса? Сколько они держатся в основном? Месяц? Ну, минимум месяц, да. Там уже коррекцию делают. По состоянию твоего личного метаболизма и всего остального. Слышишь, Ларик? Ну вообще делают каждые 3 недели коррекцию. А когда нет, коррекцию мы не делаем месяц, носим 1.5 месяца, носим. У кого как получается, кто как умеет, кто как любит. А, и потом, нет, потом просто что если... Потом смываем, стираем много. Ага. Просто я думала, что, знаешь, типа добавляют там, где их нету. Нет, это не очень гигиеничный вариант. Ага, поняла. Мы так не делаем, мы снимаем. А ты носишь, да, это у тебя? Нет, у тебя твои, да? Нет, у меня нарощенные. А, ну покажи. Конечно. Сапожные. Вообще сапожные. Прям натуральные, как будто бы. Сейчас такие же будем делать. Только погуще это... мне Таня сказала. Да нет, на мне же уже выпали все. И ты их сколько по времени носишь? Ну, нет, это раз в месяц меня. Я люблю, что... Не, по времени сколько ты носишь? Месяц? Нет. Да, как... Ты носишь месяц, сколько ты по времени их делаешь? Год уже носишь их? То есть не перед... Я 19 лет их ношу. И передышку не делала? Нет. И ничего не выпало? 14 годиков. Нет. Что-то мне подсказывает, что у нас вот таких розовеньких нету. Угу. Бензинки есть остроконечные такие. Слышишь, у нее подошва тоже, он блестит. Слышу, да, вот все тут Барби собрались сегодня на тусовку. Скажи, кто тебя красит? Юсуф Акчай, друг мой тут парикмахер. Дорого берет? Нет, нет, очень хорошо красит, берет недорого, могу да. брать его. Я еще, знаешь, когда хотела спросить, когда я маникюр делала, я твои волосы заметила, думаю, я первый раз вижу, что... Я с черного вышла 3 месяца назад. Ты знаешь, как меня покрасили вот там в центре? Ярко-черный. Вот тут вот, смотри, вот это. Это мне сейчас в Италии обрезали.
Тут еще вода у них твердая. У меня вот так вот все стоит. Я, как ты вот так вот, я не могу выйти на улицу. У меня все пушится. Но я свою краску привезла. Чтобы не пушилось, холодный ботокс, холодный уход. Сделаем тебе. Здесь, да? Да. Это пушится. Смотри, ну вот такой вариант. Вот хорошо, они чуть-чуть более розовые, уже не такие белые. Других розовых, наверное, нет. Хорошо, все, давай на твое усмотрение. Сколько по времени ты делаешь? Всего 2 часа. Я засну. Заснешь.